Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. Наконец-то наступил тот день, когда в осеннем параде я заберу главную награду, а точнее компенсацию за Т23Е3 и вместе с вами открою эти контейнеры. Я специально не открывал ни одного конта для того, чтобы показать вам, что конкретно мне выпало на моей основе. Ну что, давайте будем забирать все контейнеры, которые могу забрать. Поехали. Первый конт. Ну, рок изобилия сразу с первого контейнера, я падаю со стула, ну и дальше вы 2 часа смотрите пустое видео, пока я прихожу в себя. Не получилось, жаль, очень жаль, но хотелось бы все-таки. Итак, еще один коллекционный предмет, едем дальше. Но, повторение коллекционного предмета. Блин, ну хочется забрать себе все-таки 5000 золотом за рок изобилия или хотя бы получить все-таки там кукурузный танк. Многие ребята писали по поводу того, что за несколько контейнеров, там за 6, за 8 контейнеров, еще не забрав танка, забирали себе несколько даже этих рогов изобилия. И при этом всем были также комментаторы под видео, которые писали, что они открыли добрых несколько десятков, а то и сотен, писали, контейнеров. Более 160, по-моему, кто-то открывал данных контов. И, короче, ничего не получили. Не забрали рок изобилия. Я, правда, не знаю, сколько ребята играли для того, чтобы столько получить этих пончиков. Но факт остается фактом. Итак, ребят, еще 2 контейнера. Ну, что-то как-то пока не фартит мне. Дудка выпала. Класс. Ё-моё, я так обрадовался. Но не вышло. Ну что, все, последний контейнер, еще одна дудка. На этом привет. Ни одного танка мне не выпало кукурузного. Также мне не выпало ни одного рога изобилия. Ну вот как есть, так есть. Время еще есть, один день. Может еще там пару контейнеров открою. Но я что-то сильно сомневаюсь в том, что это действительно даст какие-то результаты. Ну что, забираем компенсацию. Убеждаемся в том, что компенсация прилетела именно голдой. Вот, пожалуйста, получено 2500 золотом. Я, в принципе, рад. Данный ивент оказался для меня лично абсолютно несложным, чего и вам желаю. И, в принципе, 2500 золота на дороге не валяются. Ну, а уж тем более премиумная машина, если ранее у вас ее в ангаре не было. Я побежал снимать специально для вас следующее честное видео. Ну, а вы, друзья мои, если за честность, подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайки, обязательно жмите на колокольчик и убедитесь, что у вас вот так открыты все уведомления с моего канала, чтобы ничего не пропустить. А еще, друзья, заходите в мой Discord сервер, там всегда есть много всего интересного. Переходите по ссылочке, она есть в описании. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.